включил. Ну еще бы, я хочу виверов всех себе украсть. Хорошо. Да ты вообще жирный магнит какой-то. Жирный магнит. Жир включает стрим, у Лехи 500 человек, 500 коллег на стриме каких-то, которые промахнулись по каналу Андрея, короче. Реально хотели зайти к нему, но промахнулись. Нам еще надо народу. По идее. Он сейчас смайл будет, он КС доигрывает. Мы его добавили уже тоже. А Steam может не писать, тогда спросить проще. Он там стреляется, потеет. Ну, Дрон Слардар 7 левел, вот, короче, он. И не факт то, что последняя игра у него. А, ты про то, что он с командой там шпилит? Угу. Понял. Трюх, ну чё, я тебя опередил, получается? Лёх, ну насколько-то да. А, ты уже тоже, да, подрубил? Да, я уже рекламу сделал даже. Рыса, блядь, я не успел рекламу сделать. Блядь. Быстрее, быстрее. Сука. Давай, давай, давай. Лёжа, лёжа. Не успел сделать рекламу, да ёбаный. Эррор. Здравствуйте, здравствуйте, да, дорогие здравствуйте, зрители. Здравствуйте, дорогие зрители. Сейчас мы будем для вас стримить. Сейчас я жирного кикну с конфы. Вот. Значит, сейчас планируем поиграть, соответственно, лигу. Набираем сейчас 10 человек в идеале и будем как вчера. Вчера Алексей стримил, как раз таки, как мы бахали, было очень весело, задорно, молодежно. Надеюсь, получится хотя бы близко так, как было вчера, собственно говоря. Так, ну я думаю, минуток через 5, максимум 10 уже начнется сама дотка. Сейчас только разберусь в парочке моментов, открою парочку ссылок и веду обратно в конференцию. 10? Ну или близко к 10? Да, ну я не хочу с рандомами. Там какой-нибудь пирожок будет сейчас и все. Да, не надо гнать на пирожка, нормальный парень. Это ебало своё. Пирожок. Кто такой Ябольва? Это Вова Боль. Это же парень с самыми лучшими аватарками. Блядь, боже мой. Вы видели вообще, что он? Блядь. Блядь, я удалил его со скайпа. Че у него там? Отличная вещь. А ты лучше на стриме это покажи. Да нет, спасибо. Я вижу, че. Контент. Так что, Андрюх, все опять у тебя? Сколько у тебя там тысяч человек уже? 35? 463 человека. 45 тысяч, может, у тебя там уже? Нет. Блять, мы отстаем, 288. Блять. Что ж такое? Просадка пошла. А есть дедосеры знакомые какой-нибудь? Андрюх. Оу! Так ты же знаешь, я сам дедош, зачем мне знакомый дедосер? Я могу айпишник твой посмотреть, сейчас в чатик скинуть. Mm-hmm. Mm-hmm. Дред, когда ты откроешь альбом в группе ВК? Да надо разобраться, как ты удалять там эти фоточки, и можно открывать его в принципе. А можно... А там сколько, может там быть, сколько человек надо? А возможно, ВАДа уже все нам сделал. Надо 10. У нас не, ну раз, два, нас три, сейчас? Четыре, пять, шесть... Семь. Получается. Семь человек. Макс, ну ты понял, да? А, ладно, Макса нету. Ну, не, я здесь, я слышал. А, Андрю. Ты понял? Может быть, у нас 8. 7 или 8. А может быть, этого человека позвать? Ну, типа... Да, можно, можно. Дрест, почему так поздно? Да вот как-то вот так только собрался. Я до последнего, на самом деле, думал, что у нас какие-то будут КВшечки, тренировочки. Да. Да. До последнего. До последнего. Клиента стримит Андрей сюда. Кстати, нормальная тема. До последнего клиента стримит? Ну. Можем подустать. Когда 100 тысяч человек в группе будет, надо будет это сказать. Будет стрим до последнего клиента у нас. 100 тысяч человек на стриме. Мне кажется, можно Twitch купить, если у тебя 100 тысяч человек на стриме. Не на... в группе. Я сказал на стриме разве? Нет, ты сказал в группе. Я говорю, всё, а что ты тогда, блядь, перековыркиваешь меня? Ковыркаешь меня, перековыркаешь.
И чё, у меня 750, у тебя сколько? Лёх, 1000. Да ну нахуй. Ром, не, ластец не будет. Лост не? Не кайф? Не, он спать. Не, мы можем взять этого Вову Боли, если аватарку его не будете смотреть никто? Я могу дитяра позвать. Я посмотрел, мне вчера... даже понравилось. Он вчера нормально играл на этом, на скаймаге, если б не руинил. И на клаке. Позвать дитяра? Ну если у него инвайт есть, они говорят, что... Если не он Макса из команды кикнул, то можно. Он, давайте не будем. Это он кикал? Все, не добавляю. Блять, что за лютые аватарки у него? Привет. Здорово. Я хотел такую поставить, думал, слишком жестко будет. Пиздец, ты громкий, сделай ну-ка. Чуть-чуть потише. Я позадрел. Да не, это нормально, а чё жестко? Нормально? Блять. Сука. Уебан. Сделай потише микрофон, пожалуйста. Сейчас тихо? Не, еще потише. Или подальше, не знаю. Ну ты очень громко. Челси забил. Сука, ППЦ, так чё? Сейчас я... Ебать. New Game Hosted там где-то было слышно? Да, это у меня. Ну чё, давайте, наверное, тогда сейчас... Мне кажется, можно будет попробовать, если у нас реально будет 10 человек, можно будет даже замутить как-то челленджи. Ну типа, первую старт гейм сыграть, просто зашафлиться, поебошить, а потом можно что-то и грязное делать даже. Грязное? Лучше играть, может. У нас уже 8, всё лишь 2. Резнуленько. Я тоже считаю, надо сейчас начать играть, уже 8, короче, ни до кого не добирать, а потом люди сами доберутся, типа, мы подождем, там, это самое, кто-то откликнется, проснется из-за АФК. Го быстрее тогда уже, чё? Эхо. Поехали. Ну, а кто там умеет старт-геймы? Чё, я жму СГ? Там СГ работает уже, нет? Все, Лёх, вот, я засигнился. 7-2-2, почти 3-2-2. А, за-за. Так, Дред, ВТФ, Каринат. Я не зашел. В гейм из фул. Травка босса, это нормальная травка? Наверное. Да. По идее, да. А есть у кого-то в скайпице? Он может его добавить? Не, у меня нет. Да. А, Бодян сегодня играл, кстати. Спрошу. Так, нам нужен Роми слот, Роман, заходи. Слева можешь кликать. А, сейчас, еще раз. Вальт Авант этот есть у тебя, Андрей? Это твой друг вроде, не? Не, нету. Не друг? Ну как друг, Лёх, ну в скайпе... Это тип, скайпе. Который только на мортретке играет, да? Да. Ага. Да. Еще кто? Кого кикнуть? Покажите мне, я не знаю. А у меня, кажется, ребят, появился новый подписчик. Надо кто? Кто? Со Бэт 2D. Я его уже все. А. Еще надо. Самые простые ники. Кто такой коммелайзер? Кстати, дорогие друзья, придумал способ благодарить вас за подписочки. Я просто буду... От Плиз Овен Ми это... Это вроде друг Дреда, нет? Так, сейчас я узнаю, как там... Роман зашел. Все зашли? Ну, вроде как. Плиз Овен Ми это кто? Да еще травка говорит. Блин. Ладно. Короче, спасибо большое дорогому подписчику, что сейчас подписался. Сейчас я пришлю твой ник, только ему? Открою окно. Он же на хосте. Лиспужа можно написать. Дедушка, дедушка. Вон он. 7. Спасибо большое. Все, стартую. А Жеке дадите слот там, нет? А кого кикать? Можно Бальту кикнуть, нет? Да? Окей. Не, ну без Жеки это нормально, Жек. Ну вот нас, собственно, я так понял, уже и 10 набралось, да? Ну с травка, если туда. Получается, так? Ван, ну я не могу не смотреть на твоего аватарку. Еще только что подписался со Шуля 93. Спасибо большое тебе за подписку. Дай бог здоровья, добро пожаловать в клуб. Так бы укусил сейчас. Пандочка. Можешь я тебе скину фотку, как я брата сфотал, его прижало немного? Вот смотри, я просто поменял это. Ты еще шок кидаешь или что? Не, это не шок. Че, го играть? Нажми старт. Да. А я не нажал? Нет, конфирм. А, сори. Я создам. О, нормальный ростер. А Камма Леди это кто? Так в 10 мы будем сидеть? Твоя боль. Ну как хотим. Понял.
Можно на две конфы. Не, давайте две конфы. Вчерашний опыт нам сказал. Две конфы, здорово. Да-да. А чё нам? Точно две, да? Ну-ну-ну. Ну тогда делайте отдельную еще кто-то. Ну да, и да. Будем свапаться конференции. У кого есть все? Макс, у тебя наверняка есть все, нет? Ну у меня... Да, у меня почти все есть, давай я соберу. Давай. Сколько человек, Андрюх? Андрей. Лех, 4093 человека. Шо ты нахуй? Кристин from Sky. Только что знать, вот 10 долларов, Дред, ждем тебя в Сиэтле. Спасибо. И что мы будем? Я просто тоже... в одной команде, я тоже команду, надеюсь, значит, буду пиздить. Приеду, собственно говоря. Иди, скоро. Всех вьюверов сворвал, все, иди отсюда. Спасибо давай. Большое, дай бог здоровья. Лех. Иди, все, или что значит? Его. Как ты меня можешь свапнуть? Андрюш, ты не туда прыгнул. Или стой, или кто-то туда. Не туда прыгнул. Не, я направо прыгнул, как и надо. У нас вроде все как положено. Вова боль, не туда прыгнул. Почему там я? Там Майлайзи это Вова боль вроде, не? Да. Я за зло. Так а что у тебя слот? У тебя же есть слот. Кудес, ты что, соберись. Все нормально? Я ждал, пока перепрыгнет кто-то. Ты потом хотел на слот хотел или что? Ты дождался, нет. Получается. Ты хотел... Ничего да. Не хотел, ребят, я даун. Давайте, блядь. Ты даун? Разбирательство да. Закончили. Бля, мне кажется... Ладно, все, не буду шутить на эту тему. На Рити Лост еще залетел. Попсить. Гоу? Попикаешь да? Кто-нибудь? Андрюх, попикаешь? Или кто? Или Кудес? Кудес, хочешь попикать? Ребят, это не Лост, кстати. Это какой-то фейк. Это не Лост? Это не у него Lost, ник, у Lost... ник другой Fine. У него какой-то. У него ник Файн, да. Это какой-то фейк. Okay, ну, пикайте. Поехали. Короче, попикайте кто-нибудь, я отойду покажу. Короче, господа, есть у кого-то все в это самое из команды The Radiant в скайпе? Чтобы конференц сделать. То, что сидеть двумя командами в одной, это полное дерьмо. Они же, кроме они же вышли, Шачло пошел делать конфу, не? А, все, нормально тогда. Надо следить, чтобы шпионов не было. Так, смотрим, значит. Ренат шпионит, Резу шпионит. Отлично, отлично. Парни. Ну, давайте. Бекон Кэптон. Все, напросились, блядь. Враги. Враги, естественно. Давай, естественно, враги напросились. Так, фестбан — это самая сложная часть в драфте. Надо подумать получше. Так, надо подумать. Тут только снайпер. Я просто не совсем еще знаю, что как бы это, чтится, что не чтится. Поэтому буду банить, что противно мне. Ну, как все капитаны делают, в принципе. Честь своего капитана. Так, это же старт гейм лиги. Как это? Это же смысл в том, что ты типа... Так, сейчас... Значит, блять, вот этого парня. Смысл же в чем? Ты банишь 5 героев, которые тебе не нравятся, ты берешь 4 героев, которые будут тебе суппортить, и себе персонажа. Нормальная тема. Да? Тактика галактика. Да? Так, ну тут быстрый бан от резолюшна. Кажется, знает, что хочет. Комбинации, все дела. Так, еще, короче, знаю. Вот этот плохой герой. Ну как плохой? Хороший, но чтобы врагов не было, его от греха подальше. Че, мы на победку или я сейчас начинаю? Можно первый зарофлить, я считаю. Блин, не, перв... ну такое. Первый... Я чувствую, мы зарофлим, а они запотеют. Или лучше начать с победки. Угу. Не знаю, ты капитан, ты решай. Хорошо, хорошо. Так, ну, значит... Это так, они берут этих двух, я беру этого.
Не банят с этих, ага, все понятно, все примерно раскидал. Блин, ну че, ты имбу что ли брать получается? Может не на Джаггера? Нечестно, героев. А, я знаю, вот этот пидорский очень персонаж. А вот это нормас. Это, ребят, сразу не скрою, кто на саппортах у нас играет, кто умеет на саппортах играть, это очень важно. Я просто не умею, вот. Я больше на этом, там, на керри, на мидере, вот это вот. Ну, я видел, ты на Омнике 4000 на землю кинул. Да, было. Недавно. Так, это там лаги ебаные, это пиздец. Так, алло, гайс, я тут, привет. О. Это Лёша, травка. Здорово. Опа. Да. Ой, забавные какие. А чё у нас шпионы-то тут в скайпе? Не, они типа приняли звонок и отображаются просто. Пауза типа. Да. Ну хз. Я бы тоже на самом деле не доверял. Сейчас такое время, блядь. Покикать да. Их лучше просто. Агенты. Оу, oh, еее. Yeah. А чё это за пикап? Ну это ли консола мид, и нас пушить будут. Это же резолюшн просто там. Пушить нас хотят, да? А я, блядь, вот так вот. По стратегии Алексея. Так, только что знатил. Опять же, да, пока Кристин забежит за него в лицо посмотрит. $5, еще это на билет. И соло пусть прилетает бизнес-классом. Спасибо большое. Я надеюсь, этого хватит нам на один билет эконом-класса. Андрюх, ты хочешь, чтобы меня харду вынесли? Бизнес, так страта Алексея, это нормальная спасибо тема. Спасибо большое. А, если блядь, будет еще мужик, мужик с ружьем. Мужик с ружьем, Андрюх, если будет, то вообще нормальная тема. Точно мужик с ружьем? Ну да, Бристол вперед, мужик назад. Только я на мужике бы сыграл, потому что на мужике что-то... Выносишь? Не, мужик с ружьем мне не нравится, если на самом деле. Сори, конечно. Все-таки я, блядь, капитан, какого хуя вообще говорю, сори. Андрюх, хочешь рафлянку? О, давай. Короче, когда мы с тобой на перегонки, типа, делали ссылку со стрима в группу, я написал ссылку группы, а не стрима. Прикольно. Как тебе? Самообман, Алексей. Бля, что ты запизделся, я не знаю, что банить. Ну, давай вот это вот. Шакира. Я просто уже реально, я не знаю, что банить, просто забаню героев, которые заебывают. Вот это вот. Что это за герой, который, блядь, просто бегает, кладет фиссуры свои. Ну, не кайф же играть, правильно? Правильно. Они, кстати, сами могут Джаггер взять. Кстати, да, надо нахуй забанить. Пожалуй. Мне кажется, если они во второй стадии возьмут Траксу визажа, они переехать нас могут очень легко. Да нет. Бристл Бок, Дазл в хардлайне никто не приедет, правильно? Главное, не ведись на продолжение в атафаке. Какое? А, в атафаке нету, у них все. Да, он любит Бурда, Пуджа, Тэчеса. Такую всякую поплаву. На Тэчеса я сам поглядываю, если чё. Понял. Аппарат. Забавно, что это за герой вообще, блядь? Братан. Они берут, прям как Empire, в лучшие годы свои. С Вардскором и Эндрю Чипом. Вардскор? Да. Интересный персонаж. Так. Короче, ладно. Парни, кого брать? Суппорт надо и надо мидер. Окей, I'm мидер. Или нет, стоп, у нас кто у нас? Что у нас по ролям? Я на коре буду, я буду на керри. Ну смотри, Вована, я так думаю, мы с его аватарками на суппорта посадим. Ты мне лучше героя скажи, но осталось 19 секунд, а я ни на кого не навел еще. А-а-а. Можно Лину в мид? Не, в пизду как не надо. Так, а возьми сейчас снайпера. Снайпер мне нравится. Бери снайпера, давай снайпера, давай. А, хуй с ним, давай снайпера. Все, ништяк.
Ну ты же понимаешь, что тебя будут свапать, там, ёбать. Кого? Снайпера хуй свапнуть? Снайпера свапать. Люкантропы там догонять будут, тебя это не волнует никак? Нормальная тема, снайпера свапать, люкантроп догоняет там. Блин, давайте так в доту не играть вообще. Давай, вот, ну в смысле, не, давай не играть, а давай, Андрей, завалят ебальник свой, мы будем брать то, что хотим. Не, слышь, ты соси член, пожалуйста. Все-таки я, блядь, капитан, почему я говорю, пожалуйста, нахуй? Да не, у снайпера тут все заебись должен. Хорошо, хорошо, хорошо. Тебе играть, не мне. Понимаешь? Пистолбэк вперед бежит. Когда, блядь, на миде ты будешь стоять по таверам и кричать, что мне нужно сентри, меня волки грызут, блядь. И убить ты их не можешь. Вот тогда, блядь, посмотрим, нахуй. Так о чем проблема сентри поставить? В смысле, я бы не ставил тебе сентри. Не знаю, как ребята. Ребята-то получше, чем ты, конечно, будут. Приятнее. Понятно. Ну, они поставят. Так, а бристлбок, оно сложное? Да. Ну, это табла знаменитая. Кстати, с аппаратом... Ну, вообще, волк в миде у них. Если они возьмут сейчас свой флейн еще кого-то сильного, то с аппаратом они могут разбить ебало бристлу. Угу. Тогда лучше задоджить как-то это дело. Угу. Поставить сейф лейн брисла и в хард кого-то терпеть. Угу. Типа, я, значит, этого думал, и я хотел предложить клокерка. Который будет перерезать драку. Да, нормально. Не, клокер хорошо. Мне нравится. Ну, типа, у нас будет и инициатор, и тот, который... Ты будет, видишь какого-то героя в хард, Андрей, который не похавает там от этих суппортов? Я вижу клокер? Только, ну, клокер, который кога реально там все будет закрывать. Что-то. Блин, брисла тогда на суппорта ставим. А почему не кэрри? А, он не хочет фармить на нем. У меня там это, другие. Ну, хочешь, я пойду на брисле? В мид или куда? 6 не, секунд, короче, 6 полное секунд. Дерьмо. Да у меня есть уже тут задумочка, давай, заготовочка. Ач! Сука, на. О, мне нравится. О, я на бабе. Я на бабе, плюс. С арканы? Да. Аркана есть, точно? Да. Покажи. Блять, что это за арканы? Я так что-то сгорел с нее, это, блядь. Выворачивай карманы, покажи. Это Яна Стаси Михайлови. Просто это какой-то я, конечно, пиздец. Дазл ебаш, как демон, но... Дазл это Стас Михайлов? Ну, кресты там все дела. А у него кресты есть у Стас Михайлов? Стас Михайлов. Фото. Кресты. А, в натуре, слышь, он же с крестиком. У него же там крест, я не знаю. Понял, понял, все. А у меня тем временем новый подписчик. А у тебя жирный нет. Лех, я микрофон ищу, точнее, скайп, когда благодарю людей, чтобы не было лишнего спама. Мы же в доту играем все-таки. Так мы еще не играем. Ну ты хотя бы человек это здоровье пожелай, ну ёпт. Так а я отвечал. Знаешь, какого забань? Пожелать здоровья. Что у тебя? Забань Эмбера. А, я баню. А чё Эмбер? Ну, типа, знаменитая, да, плата. Эмбер в снайпер может с ремнанта прыгать, кстати, забань. Ну ладно. Ну и, типа, связка там, вот это всё. Аппарат ну, ладно, первый чё, скилл. Парни. Там. Мне-то похуй. Я пропустил, наверное, Heavy Nukes. Спасибо большое за подписку. Сашуля 93 и Фигинен. Фиджинен. Фиги... Ну, ты понял, короче. Спасибо большое за подписку. И, конечно же, дай бог здоровья вам, ребят. Бля, я прям вижу игру, как меня волки убивают. Ну ладно. Не, у нас никто не умрет. Лёх, вот это вот реально, смотри, вот у нас, видишь, пик, как много коров, а сейчас их, блядь, еще больше нахуй будет. Бац, обосраться. Парни, ганг на шторма нужен срочно. А, ганг на волка. Блядь, что это за параши у них? Непонятная какая-то хрень. Волк сейфлейн, видимо... Или шторм сейфлейн? Типа, если снизу все плохо, вы же не паритесь, вы просто стакаете, бристлбэк все равно свое вынесет. Там без разницы, доминирует или не доминирует. Мне кажется, что это шторм, изи. Может, затрухардим, пойдем в пятером, смокнем в лес. А зачем? Ну, там смола-то накрыть можно, не знаю. Не, накрыть надо или банить тогда, или не банить, что-то. Я бы не стал, у нас даблы, это много денег, короче, на варды, на сентри. А чё, смотри, у них план какой, волчара получает, короче, уходит в лес, аппарат идет добирать, а волчара приходит в лес, и там нет ничего. Я сентри куплю, возьмешь в секундес. Там две тангуски, пожалуйста. Оу, yeah. Thanks. Я, короче, знаете, что делаю? Знаете, какую руну отбираем, давайте определяться. Дай мне одну сентри. А, на. Можно на топе, на Верочку. Чё, все вместе на топ идем? Нет. Втроём, вдвоём. Я бы внизу. Две руны отжать вообще, на самом деле. Пойдём. Андрюх, ты как хочешь, чтоб я с тобой по КД стрелял, или это...
По ситуации, лес, потом если у меня там соло бэтрайдер, ты ему нихера не сделаешь, можешь просто в лесу там, хотя если со стиками. Ну короче, смотри сам, можешь его ебашить, ебашь, не можешь, иди в лес. Аур, короче, давай. Стою до третьего в лесу и выхожу и пиздим его. Оформатив. Так, только что пришел. Taking the far need assistance. Сейчас мы его прочитаем обязательно. Сектор клеер. Сашулия 93. Сколько весишь? Я, кстати, может, Андрюха, АВП, если что. Да может быть, вешу... Я первый АВП в команде нашей. А я тот чувак, 87, который на втором раунде при сливе дигл взял. И отобрал АВП? Да. Спасибо большое за... Во втором раунде? Нет, третьем. Ну ты заранее взял дигл, походу. Что-то изи прочитал. А вот так вот ты, блядь. Я, говорит, в топе забираю, я понял. Ну в смысле, тут у вас нет никого. Вон, БРО оставить баунти? Могу. Хорош. Нормальная тема. Я вот здесь был, ты долбишься, что ли, в очко? Нет. Хотя это твое личное дело в любом случае, даже если, да. Вот тут у него сентри стоит, он, короче, я его изи развел. Найс. Разводила. Так ты, получается, полностью развел его. Сентри он въебал, вард он въебал. Угу. Ну все. Лол, это же хуйня. Что ты делаешь, жир-то? Псих, что ли? Айфанись. Надо бы нам стики, наверное, взять этих ремнатов этих. Да. Слушайте, все так горят на этот пасфайнинг. Там что-то изменили, что ли, или просто... Ребят, в игре нету нигде. Окей. На пасфайнинг, да, они изменили. Не понял. Я горю пиздец на пасфайнинг, если что. Больше всех, мне кажется. Она тут, уходи. Вот. Ты убьешь? Ховаль, да. Полк. Наверное. Если, блин. Они все за тебя по левелу получили. Что-то это выходит незнаменитое табло. Ну парни, ну что, все будет? Ну сами понимаете, нет, самое, не сразу. Я тут Романыч похавает в меди, я чувствую уже. Если не подкрепить. У тебя как там, Андрюх, нормас? Да. Я не смогу так прям чекнуть. Он мне тут отводит еще. Они сейчас роуминг чекают, может, можно набежать даже на него. Они ушли все, Лёш. Да, а у нас вижена на руну нет из-за религиозных соображений каких-то? Да. Да какой мисс, алё? Ну я на топ пошел пешком, не знаю, что тут. Реген, окей. Забрали руну из-за пудли. Почему он так делает? Бля, у меня второй. Он фэрфлай тратил? Ру можно, нет. Парни? Он сейчас... Я нет, уже. Я, короче, подожду, можешь выйти и убить его, когда спас, я хочу себе сапог взять. Ну, очень важно. У меня второй левел. А, они пулят. Юзнет. Потом. Сейчас я принесу себе сапог. Не, сейчас точно не надо. Инфу давайте по винге, если увидите ее. Вот, ну, мы не видим ее. Что? Я пытаюсь. Не, у нас все очень плохо, мы проклацали. Я тебе там... О, беги. Блять, крипчики, крипчики. Как же я медленен. Как же ты медленен, братан. А винги нет, вот аппарат тут. Она еще и лает, блять. Что это за ебань? Кто лает? Это собака. Твоя? Нет. Собака ЦМ-ки. А. Она лает и звуки издает, серьезно? Да. А у меня отключена. Она когда ультует, она выть начинает. У меня отключены все звуки в доте, это дерьмо лает. Парни, кто апнет курицу, тот настоящий молодец. Okay. Ему реально респектос, парни. А если гонгонете Люкана до 6-го, любой плюс один ЦМ-ка, Люкан умер. Могу. Трейдер не могу, а надо. Я еще руну возьму на топе. Руна без винга. Что там?
Баунти. Я забрал. Блять. Там может быть вард? У тебя нет сентри? Не-не-не. Вот тут он ставил Бэтрайдер. Один у них снизу. Окей. Ну, я так думаю. Есть только... Он балкает. Смотри, у меня есть ульт. Ты его забирать должен. У меня есть ульт, смотри. У меня есть ульт и две шрапнели. Ты готов? Да-да-да. Блядь, не, ульта у меня еще, вернее, пока нету. Мы его, походу, и так убиваем, да? Так. Убили. Найс. Найс! Кудес! Хорошо катаешь в дотку. А есть тангус какой-то? Да, мне... Два крита волки дали. Чума под стаками БР, это что за дерьмо было сейчас вообще? БР, вероятно. Я могу ману залить. Тавр ебучий. Давай. Могу с четвертой штрапнелью подойти, скажем, вниз. Кэрри, кто? Шторм, левел какой? Пятый, бегу вниз. Вот он уже тот. Бля, я не пойму, почему тавр тычки меня просто так скидывает? Шторма готовы цеплять под мой выход? Да. С чем какой-то? Гу нету у Бресла? Нет, потому что... Вот аппарат прошу, стоит, смотрите, шторм. Давай. Поехали? Поехали. Поехали. Шторма, да? Да-да-да-да-да. Я ультану ему еще. А, не надо, я думаю. Думаешь? Ультую. Давай. Ты вот зря пошел, да? Живешь? Трейф есть? Конечно. А, понял. Все нормально. Все. Внизу повера, волк ультанул, разбегаемся, парни. Кто куда? Кто куда? Через столько можно будет ебать его. Угу. Что за хуйня, как он меня видит? Грейф будет, если что, да? Да, бей его. Я такой, типа, вот так вот играю. И такой на кличку побежал, и можно в ёбыч давать ему идти. Хотя нет, смотри, он что-то боится. Когда много стаков, то мне будет не стоит. Показать Люкана можно? Нет, наверное. Здесь где-то. Нет? Ты паут? Надо, чтобы спал. Он вверх, поверху ушел. Думаешь? Андрю, го. Гоу. Если что, внизу хаст. Я надеюсь, его никто не успевает взять. Я беру хаст, могу еще раз подойти. Давай, пока он пятый, заберем его. Давай, я бегу. Волк сделал тэп-аут на базу, по-моему. Бегу на шторма. Там 35 хп. Собачка бежит, нормально? Да, у меня есть, все. Готовы? Давай. Смотрите. Есть ульт у меня. Заряжаю. На, Андрюх, я тебе танк дам. Найс! Давай. Хорошо. Благодарю. Вообще, кул идея еще постакивать Свену, я не считаю, что это будет очень круто. С базы мид. Стаки, моя девичья фамилия, я иду. Люкан фармит лес и мид. Если забаним вот эти два кемпа вардами, будет фармить гораздо меньше. Ну я туда лег такой, знаешь, в один конец. Думаешь? Ну да. Знаешь, шторм я сплит, прям на него сразу побежу. Он еще раз убивает. Да на, ебало, что ж ты хочешь, блять, от меня пес. На, сука. Прям под. Прям под тавр пойдем? Нет, стой. Тычечку. Оба. Хорошо. Хорошо. Хорошо, парни, хорошо. И собачка радуется, бегает. Еще раз говорю, чекаем руны через 15. Волк фармит лес. Так, на тебе еще тангусик. Вот, спасибо. Я на 8 иду вниз. Ой, в мид ты поделал. Бля, я все тут походу. Не, забей, можешь отменяться. Да, я еще. Вот это мы, конечно, сплоховали. Они в смоке были? Или я за? Они сверху пошли, но в смоке появились. Что в смоке они были, да? Смотрите, волк без формы, суппорты. Вот тут вард. Угу. А если только дазл купить, у меня... Короче, надо, чтобы Семка подключалась. Сейчас ты можешь взять себе смог, точно так же выйти в мид, мы любого убьем из них. Пацаны, не знаю, хорошая информация или плохая, но я, блядь, так плохо играю сейчас. Мне на ТП-шку надо. Есть у кого-то на ТП-шку? Mm-mm. Я выложу. Спасибо. Не, Лех, мы там на топе убиваем. Окей, аппарат в миде, сладкий весьма. Поэтому я полностью включен в игру. Короче, я в соло в смоке побежал. Блин, я что-то реально после этого сета на ЦМ-ку начал так гореть на все эти, блядь, варды какие-то странные, все разные, волки анимация скиллов, все это дерьмо, вообще полный пиздец. Бэтрайдер в сторону. Нет на карте. Чего Бэра по даггеру можно? Шторма нету.
Нет, еще да, в топе, окей, вижу. Бездей получает регулярно. У тебя шарма нет, 6 уровень. Окей. Мид довольно страшно. Вот аппарат полетел. В топе ринга. Мид надо поджать нам. Люкана не видишь? Прилетело. Вот шторм снизу все. А Люкан? А это он снизу закинул или откуда? С мида. Волки в миде. Есть вариант? Вот смотри вот туда. Ультанешь? Кому? Аппарат. Да, давай. Понял тебя. Не бежал. Надо было собачку не ходить на него. Ты пошел суицидиться у него? Нахуя? Ну хорош. Волчара не юзает форму, отлично. За мной, наверное, волки бегут. Да. Убил тебя, да? Угу. На меня один этот. Волчара побежал на меня. Нужна мид хелпа. Вот сейчас нужен грейв. Есть? Нет. Танцуй. Левый, терпи. Найс. Шторм ушел. Опа, я откину. Блять, шторм. Батрайдер нет у вас нигде. Он у него маны мало. Не все в центре вообще. Хорош! Жить! Елимся, живем, блять! Ульта брата под нами! Блять! Я не успевал стрифануть уже. Ну и что, там жирный набирает что-то, да, вроде? Что-то набирает. Или так все. Стаки будут энд что-то в какие-то свои ночи. Ребят, внизу не помню. Внизу под крепа у меня долго нет еще. Нам надо, по-моему. Так, скурится секунду. Короче, вот здесь заблочили. Там еще шторм. Хотя может я сам въебался, но похуй. Может стики не жать даже. А у тебя есть слот под центре? Да. Я купил. Поставишь себе в миде. Курицу там с центрями, ага. Короче, нам нужно что-то покушать сейчас вместе. Вот втроем, четвером мы сейчас гораздо сильнее, чем они. На мой взгляд. Андрюх, иди из нее. Угу. Потому что волчара набирает в лесу, мы ему так ничего и не подбанили. Еще у него меда? Я сейчас тут сломаю это. Ну, точнее, центр поставлю, сломаю. Я сломаю. Еще у него медаль. Бля, он дальше поставил куда-то. Вот. Надо контролить Рошика. Может, арма, кстати, вообще что-то ничего не покупает. Мы бенганули. На него плохо все. 4 смерти у него. Гоблин ульта... Блядь, ультапарата, венга. Ой-ой-ой. Батрайдер с загером? Не видел. Но тут шторм. Короче, давайте ходить вместе. Цем, ходи за мной. Пожалуйста, Кудис. Просто ходи за мной. Ты реально мне очень нужен. Ну что? И... Дабл дэмэдж. Заберешь лес, пофармишь? Да я лучше на миде ебал туда разобью товару. Мне еще смог есть. Можно вот сюда выдвинуться, Андрюх. Погнали? Ну давай. Там вроде 9 левела парень такой приятный. Купите пачку вордов, пожалуйста. Я заберу с базы. Я купил, выложи. Добрый вечер. Можно, короче, почекайте Рошана. Успеешь? Я чекаю. Нет, никого. Стак надо успеть. Может, у них там кто стакает? Кстати, ебать, у меня идейка появилась. Мне нужно интересная. Прикрытие какое-то, парни. Там шторм, БР и... Это, давай, мне надо... Парень. Мне надо, чтобы мне помогал кто-то. Я, у меня есть... Я сургард, я могу просто... Я могу вообще просто в зале за тобой встать. Мы можем запушить тап. Давай запушим. Приходите все, дазл, там все вот эти ребята, ЦМ-ка. Я тут как бы рядом, но как бы и не совсем. Батрайдер нашел. С даггером. Он даггер просрал. Давайте мне больно делают, обратите. На тавр наложите. Этого можно, можно. Меня подсейвит тут еще. У меня ничего нету. Не прыгает никто, отлично. Шторм он идет только. Шторм только двигается пешком. Пойдем Рошана забирать? Можем? Пойдем. У волка медали, то... О, вард. Убейте этих. Нормас они вардят. Только что ломали тут. Ну, надо вижен какой-то сюда поставить. У тебя, блин, да? Там этот... Надо, короче... Ой-ой-ой-ой. Шиш, блядь, сори. Это что за хуйня? Не влетело в него.
Короче, он без там... мана сейчас. Давайте, пускай танчит Бристл, его хилим, там все дела, потому что мне надо отхилиться от Рошана, там. Будь аппарата, ассорт аппарата. Я низ пошел, распушу чуть-чуть. Какой ебошит, пока он потратил его? Окей. Улучшу бингу. Андрюх, ты такой себе боец сейчас, давайте как-то выйдем отсюда, не? Мы в говне тут, парни, нам не надо драться. Да хотя, смысл, слышно, на аппарат. Надо аккуратно. Короче, меня отдавайте и уебывайте. Раз уж мы как это... Ну о чем мы там можем? Ну они еще Рошан сами заберут. Не, я буду шарпнель закидывать туда. Так что тогда? Я могу им армором туда кинуть. Всего. Я армором туда кину. Волка они форма заканчивается, пускай Бристл врывается, разъебывает всех там. Их можно убить вообще. Го-го-го, можем. Только помогите Бристлу обязательно. Я Бэра захожу убивать. Можем. Два Бэра сзади. Слышите, это твой? Бэр блинкнулся. Рош, можем добить? Можете попробовать. Я наверх на аппарата пойду. Рош, можем? А линку кто-то может там отбить? Да, мы сможем. Дазл первым скиллом. У меня мом, типа я мы сейчас... на макс рейнже стоим просто и все. И к нам Бристл еще подойдет сейчас. Желательно еще, чтобы Бэр не застилил, и мы его все-таки добили. Я буду кликать. Вот здесь где-то уже. Я думаю, мне, да, дадим Эгис? Или Бристлу? Да, забирай. Не, тебе. Хорошо. Как же мы его... Все, я без мана, я думаю. 6 дроп. Я не пошел фармить, мне нужно, чтобы Дазл за мной ходил. Вот его. Андрюх, я тебе стакну, я ничего еще раз. Стакнешь куда-то? А почему силы света убили? Он ультом. Нормальная тема. Блять, тут я думаю, дело походу заблочили, ебануться. До сих пор нету. Вот же вообще профессионалы, чё мутят, вардом блочат, да? Блять, кто курот, правда? Он вышел на тебя, что он, по-моему. А где Дазл с Грейвом за мной, которого я позвал? Будет? Да. Шторм топе, я не спушу. Лекан на меня идет. Может ультанул, я лечу. Трайдер здесь. Я не заберу. Можешь помочь им там, если у тебя есть ТПшка. Мне кажется, я сейчас упал, буду ломать, блядь. Ну, смотри, он сейчас умрет. Помощь нужна на Люкана. Алло, Леша, ты его с ульты вызвал. Я не могу. Да, вот он. За меня выебывается здесь, срон без мана уже. ТП-шусь. Ну, они все без мана, все все. Да. Отлично. Дай! Подожди, братан, ты куда? Стой! А тут еще трое. Ебать! Меня Егис. 10 секунд до меня. Отхиливается. Шторм с ДД 180 маны. Улетает. Шторм что делать? Можно вингу догнать, зайти. Забирайте. Понял, не собьем никак. Не успею я ультник кладывать. А на расчет он по стакам? Мне немного надо, у меня будет аганим. Там 3. А вот бетрайдер, смотрите, сидит. С ТП-шкой? Да. А нет, настоящий. Он идет. Это ж Бонни 7 стайл. Чё, как думаете, мне кинжал какой-то брать здесь, чтобы отжить всю эту парашу? Или с инжия, чтобы какую-то на жир взять? Возьми жирность просто. Да, жирность, бери и всё. Окей. Там шторм вообще бомж, у него ничего нет. Да ты ебанутый, что ли, трепки? Шторм на топ идет. Так, ну все, короче, с аганимом, надеюсь, я не сдохну, тут и аппарат. С таким отфармили? Кстати говоря, я зафармил, скорее всего, здесь где-то какой-то вижен есть. Точнее, ну здесь, короче... Опа, на сэндж-то подбанено, да? Можно здесь, я их зафармил. Окей. Короче, все, мне больше ни хай надо, можно идти и работать по товарам. Вот здесь, там. Я тут заворжу сейчас вот тут, в этой области. Пойдем топ. Пойдем. Я сейчас так на это отойдите. На топ подходите, я ТП сейчас буду делать. Да, там много, скорее всего. Люкан снизу. Иллюзия. Я поехал.
Штормар чит скоро. Ну как, через минут 5. Го вверх заберем. Ща. Они нам центр спустят. Я буду шарпнель там откидывать, у меня 2 штуки еще есть. Вот райдер отсюда вылетели-то. Все, весь пуш. Батрайдер, аккуратно. Понял, понял, вижу. Так. А что, мы забираем тут? Люкан наш лес пошел. Как-то странно, либо вам в спину, либо... Я хуй знаю. Да, Берт пешится, Люкан будет в спину, я к вам лечу тоже. Стоять буду. Хилку надо. Может все, надо, братцы. Я набегаю, я набегаю. Надо Люкана будет просто зафокусить вот отсюда. Давайте Батрайдера, ребят. Не надо так по тавр сильно. У нас еще нет Люкана. Я с вами, с вами. Вон, Люкан чуть-чуть ломает, отойти. На эту Люкана все, го разъебывать. Го-го, прям туда уже. Во, все вы не хотите. Ой. Тавр, тавр бейте, я ульту дал. Снайпер, да может нет, бить тавр. Твой аппарат не с агнимом? Да. Да. Вот тут герой, по-моему. Да, шторм. Сатманы. Подсветил его. Тавр наш, надо будет кому-то там делать. Давай я сюда тратил ТП-шку. Там кому-то мид, кому-то низ. Толкает. Я на второй в мид полетел. Этого парня могут спануть. Давайте, я на низ лечу. Я наш лес фармить. На мид кто-то делать ТП? Давай. Тут аппарат ультут, кстати, снизу. Нет маны на гриф. Я бегу, бегу. Нормально, нормально, он не знает об том, что маны нет на гриф. Люкан снизу лес побежал фармить. Можно его убить там без формы он? Винга в топе, шторм в топе. Байлер. Аппарат тоже где-то в лесу. Возможно даже вот тут где-то. У нас урны нету, да, я сделал это. Блин, я уже жалею, что этот мом собрал ебаный, один хер не нажимаю. Я в топе побежал кидать шрапнель, там три героя. Кура хиперстон несет, у Люкана будет скоро. Они тут все, а нет, не все. Батрайдер и Люкан снизу. Короче, вот он на меня подпушивается, пойдем тавр там забирать. У нас вниз два тавра упадет, если мы пойдем. Надо дефать вниз. Пешком иду вниз, может один кто-то потом ТП сделает. У тебя, Лех, есть ТП? Я найду ТП, да. Блять, ульт аппарат залетел. Нет, я не найду ТП. Я уже не успею помочь. Да у них вард за тавром. Наверное. Я так думаю. Их трое в топе. Их трое в топе, парни. Все может хранить. Да, похоронили. Понял. Он не золотый, но есть. Блять, он умрет, я там охуну, должен умереть. Нет? С даггером туда прыгнул. Мора много. Умер, хорош. Курица несет. Идите дальше, не арчит шторму. Курица несет арчит шторму. Шторм здесь остался в нашем лесу. Бля, короче, я прям сейчас нахуй продам этот мум, блять, бесполезный артефакт. Я Владимир возьму. Кому как, хы. Мид я забрал бы, и лес забрал фарм. Некрош во сколько? 23-36, да, может появиться уже? Угу. Шторм на топе. Сорчит на место еще. Напали? Угу. Бля. Давайте как-то прикрывать друг друга, ходить по двое, типа 2 плюс 3, вот так. Нам только так вариант. Потому что там у них БР будет нападать, шторм будет нападать. Нужно как-то БР друг друга. Я, допустим, я с Дазлом, вы втроем, например, так. Купи варды, я этот. Дазл. Зачем ты мне все ж был? Не, в лесу что-то даже страшно. На меде подойдите кто-то. Ты фармить хочешь? Винга. Да. Винга 4 варда, сейчас будет все вардить. У них можем не было лёг тут варда. Не было? Нам бы подойти, ну, вот эту секунду, вот снайпер убить. Мы его дойдем. Смотрите, надо по Рошану что-то думать. Да, да, что-то поставил вард сюда. Угу.
И тому надо будет что-то нам думать. Купишь сентри? Да. Вот тут вард инфа 100. Угу. Посок Рошан. Это начинает появляться? Волк, на волки идут, они, может, смоки волки идут разведать. Шторм натопил. Мне кажется, вот, батрайдер есть здесь. Бэр. Аккуратней. Волк, у него значит, закончится фаерфлейм, можно будет разъебщинку устраивать. Снизу отпушиваю, смотрите, могут там прыгать, не прыгать. Трейдер отошел. Как-то забрать у них Аегис этот. Ты просто бриз. Ульта аппарата. Все. Ульта аппарата потратили. Может, есть рож? Нету. Шторм на топ нас стягивает. Секунду, скорой рюзы. Хер, он долго бьет. Рюзы. Что у нас пик совсем не мобильный. Угу. Люкан на топ вот так идет. Рошана нету там еще? Нет. Здесь БР может меня цеплять, надо бы, чтобы кто-то был. Я пойду вард разобью. Ну как долго? Он убил Т2 нам просто. Кто горел долго? Да, похуй вообще. Нам Ликан один хер согрезет от Т2. Ну ок, я побежал ХГ тогда дефить. Вот вард разбейте. Брат, можешь сюда на вежности? Угу. Я, может, убит вообще сейчас. Они сейчас будут нападать на кого-то. Они вот тут все, кура вот так летела. Так а что про Шану там? 23-36, что за тайминг? Может появиться 23-36, до сих пор нету еще. Винга снизу? Она все варды поставила. Бэр, мити. Просто, понял. А может мы ему не просто как-то замутим? Блять. Ебаный аппарат, как у меня горит с него. Да что ты реально вообще такая тварь. Надо какой-то сайленс против шторма. А тут Люкан. Ох, у меня. Вот. Матрайдер мини. Шторм там. У него 1000 маны. Давайте как-то их выгоним и... Ну, у нас есть чем фиксировать их вообще. Вот, кстати, на меня нападает. Хочешь сдохнуть? Мы... На меня вот тут бежит. Это на меня, ребят. Есть что-то ему дать, дизейбл какой-то? Так все, он умирает. Вот райдер на базу пошел. Хорошо. Думал, он играет нашиц. Короче, у них decision есть. Да, я же. Вот, есть какие-то этого... форсики, там не форсики, что-то такое, я сижу, отдыхаю здесь. Нет. Короче, травка, я сделаю Мьёльнир, буду кидать на тебя. А ты по Firefly бегай, все сгорают. Можно Рошана бить, я с позиции буду здесь. Давай. Нормальная позиция. Можно нас бафнуть просто. Я слом. Пока нет ульта. Понял. Топ, ребят, я глифы уже. Я вам дам армор. Он не бил этот тавер. Ульта аппарата. Я вернулся. Так, давай быстрее заберем. Нам бьет чувак топ тавер. 20 секунд. Давай заберем, я лечу на топ. Давай. Я успел взять. Нет, вижу. Не могу. Ускоряю, Лех. Ты там сидишь до сих пор? Сбейте вард, пожалуйста, здесь. Я сейчас начну делать топ-аут, он кинет мне бочку или его заюлит. Я сейчас подойду сюда. Я выгоню его сейчас. Давайте, он где-то здесь тусуется, блять, это я чувствую. Мне кажется, он тут сидит вообще. Ну нет, вон он. Все, ебошь его, брат. Все, можешь отступать, мне нормально уже. Этот момент, короче, заставляет меня купить даггер. Ребят, на топе тут. Ноль маны, шторма. Могу убить. Смотри, что делать. Так я ему сейчас ебало разобью. У тебя даггер? Блин, Дред, надо тебе даггер взять. Я буду брать. Нам нечем вообще станет. Я буду просто. Кто он такой, блять, вообще? Сверху опасно, я качаюсь, ребят. Наверх выехала винга. Волк преследовал. Волк ходит, я вроде как нормально. Один герой нужен здесь, чтобы сейвить. Я предлагаю сейвить, иди забрать Т2. Нам вот тут нужен вард. Тактически. Вот напали на меня. Будет стан? Да, ребят, ну один ёбаный герой. Ну зачем цемочка качается в лесу здесь, когда просто может стоять сзади меня и, блядь, таких мудачков разъебывать?
Как бы сказать, я вместе с тобой умру и все. Два вот человека весь мой сейв пришли. Будет. Два человека пришли. Короче, ладно. Топи, топи, топи. Без маны шторм, вообще ноль. Я бегу, может, на этом. ТП-аут этот делает, венга, походу, все, да? Тоже? Собьешь? Да.